Футбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт – все это строится в Тамбовском олимпийском парке. Место строительства постепенно превращается в будущую зону отдыха тамбовчан. Работы начались еще в июле. На сегодняшний день полностью прорезинена баскетбольная площадка и теннисный корт. Завершилась укладка бетонного основания и газона для футбольного поля. Сейчас на площади парка уже проложили более 4000 квадратных метров асфальта, который в перспективе послужит трассой для езды на лыжах и роликах. Подготовили площадку для уличных тренажеров отдельно, там будет порядка 12 тренажеров. Подготовили беговую дорожку вокруг футбольного поля. Сейчас мы полностью сделали основание для детских площадок. У нас там, получается, будет 3 детских площадки, из которых 2 мы уже полностью подготовили, и они у нас укомплектованы малыми архитектурными формами, в том числе канатными дорогами и всеми сопутствующими позициями. До конца этого года планируют завершить 95% работ. Подрядчик обещает, территория более чем в 10 гектаров будет изобиловать условиями для разного вида отдыха. Пешеходные дорожки, лавочки для спокойного моциона, спортивные объекты для активного отдыха, в числе которых будут еще волейбольная площадка и скейт-парк. По периметру объекта установят освещение, поэтому даже в темное время суток Олимпийский парк будет сиять.